Здравствуйте, друзья! Меня зовут Оливия Киселева, я актриса кино и театра, а этот букет для Лары Шум. У нас сегодня выпускной. Я закончила курс актерского мастерства. Мы работали с Ларой 4,5 месяца. В меня за это время настолько всего вложило, я даже знать не знала про то, что она мне рассказывает. И я советую всем, кто хочет пойти в кино сниматься, обязательно у нее пройти этот курс, потому что без него я поняла, что я просто так, как слепой котенок была. А сейчас я знаю настолько много, что элементарно снимаю самопробы и утверждает роли в кино, чему я очень благодарна Ларе. Благодарю тебя, моя дорогая, ты прекрасный человек, поэтому эти цветы хочется тебе подарить и обнять. Солнышко мое. Привет! Сюрприз! За все то, что ты для меня сделала. Я тебе очень благодарна. Блин, моя родулечка. Я думаю, чё ты едешь это так долго? Извини. Вот мне захотелось тебе сделать подарок по окончанию нашего с тобой обучения. Надо было сказать, Лара, начинай. Ты заслуживаешь этого прекрасного букета, потому что тебя снимает крытая камера. Так, ладно, хоть я накрасилась. Сюрприз! Слушай, ты такое чудо! Кино? 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 Вот. Она такое чудо просто, ребята! Это... У меня просто слов нет. Я не вижу! Всё. Тоже говорю. Спасибо, дорогая. Ой. Спасибо большое. Добро пожаловать на обучение к Ларе Шум. Вот. Да, обязательно приходите к Ларе Шум. Вы не пожалеете на 100 000 000 000%. Потому что это кладезь опыта и знаний, которые она вкладывает в итоге в своих учеников. Благодарю. Все, всем пока-пока, хорошего дня. Любимая родная. Ну, просто невозможно отказаться от удовольствия порадовать человека, который в меня вложил столько всего. В общем, ребята, советую, приходите к Ларе.